К счастью, мы вскоре выехали из городка на открытое шоссе. Свобода? Да. Обгоним Ладу. Еще одну. Чисто. Но потом, когда до цели оставалось всего 16 километров, мы попали в деревню. Хаммонд, коровы! Нет, коровы, что? Коровы, берегись! Когда пейзаж стал еще более деревенским, у Астона стали возникать проблемы. Она едва движется, что он делает? Почему ты не можешь ускориться? Потому что тут ухабисто, и развал колес совсем с ума сошел. Да, дорога не идеальна, но ехать можно, давай. Хаммонд, у меня 715 лошадей и только задний привод. Ясно, это нелепо, я обгоняю тебя. У меня полный привод с векторизацией крутящего момента, она с этим справится. Между тем, позади, на машине ослика ИА... Спорим, что она по-прежнему обгоняет их на 2 минуты. Почему ты остановился? Потому что на меня движется целая ферма. Это река шерсти и еды. Пожалуйста, не царапайте мой Бентли. Не надо. Отлично. Когда мы приблизились к пункту назначения, дорога улучшилась. Так что мы оба смогли пустить в ход нашу огромную мощность. Вот, дамы и господа, Ричард Хаммонд быстро едет по горной дороге на Бентли. Не может случиться ничего плохого. К этому моменту уже надо бы сократить разрыв. Не обижайся, Эбби, но тебе не выиграть. Финишная черта в райском саду была совсем близко. И когда мы были на окраине города в райском патио, Эбби уже было видно. Мы поняли, что выиграем гонку, но потом, как оказалось, финишная черта была проведена в 14 веке. Ну надо же. Узко, очень узко. Как думаете, сколько стоит углеводородный бампер этой машины? Думаю, недешево. Меж тем, Эбби такие вещи не волновали. Это звук вороны, бьющейся о русский магнитофон. Это было нехорошо. Привет. Хаммонд, я сел на мель. Я поищу другой маршрут. Это правда за углом? Теперь из багажника доносится сильный шум. Меж тем я нашел другой маршрут, который оказался не лучше. О боже. Идеальная гонка Джеймса Мэя. Я еду на скорости 5 или 6. На этом этапе я понял, что проиграл, и мне нужно было придумать оправдание. Нужна голова. Ваша шапка. Это не край Бентли. Это на самом деле территория Land Rover. Джеймс Мэй, ты чертов идиот. Докладываю. К окну подошел человек, забрал 30 единиц валюты, а мне досталась эта шапка.